В Ульяновске в торжественной обстановке вручили заслуженные награды лучшим врачам. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поблагодарил медицинских работников за труд. Региональная власть сделает все возможное, чтобы помочь вам выполнить работу на самом высоком уровне. Мы прилагаем усилия для улучшения условий труда медиков, для повышения качества и скорости оказывания медицинской помощи. На средства из областного бюджета мы продолжаем модернизацию лечебных учреждений. Строим, ремонтируем, оснащаем больницы и поликлиники. Развиваем первичное звено, открываем ФАПы, поставляем современное оборудование в медучреждения. За многолетнюю самоотверженную работу детскому врачу-реаниматологу Александру Вдовину присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области». Высокой награды была удостоена врач-педиатр Корсунской районной больницы Наталья Баранникова. Педиатры – это отдельная как бы категория медицинских работников, потому что вот терапевт нам всегда удивляется, говорят, как вы можете работать с детьми, они же ничего не говорят, как вы можете понять, какой бабушка она придет и скажет, болит голова, там болит нога, живот, а ребенок он просто плачет. Но это, наверное, интуиция обязательно должна быть. Ну и в первую очередь это любовь к детям. Практикующему врачу-нейрохирургу Сергею Рябову присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области». Сергей Юрьевич работает доктором 25 лет, 21 год в отделении детской нейрохирургии. Эта сфера медицины требует постоянного обучения и совершенствования профессиональных навыков. Учиться приходится постоянно. В настоящее время успех в оказании медицинской помощи детям с патологией нервной системы, хирургической патологией, он связан во многом с освоением современных методик, малоинвазивных методик, требующих технического оснащения. Подарком для ульяновских врачей ко Дню медика стал праздничный концерт. Симфонический оркестр «Губернаторский» исполнил классическую музыку и популярные композиции из любимых советских фильмов. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.